Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 257. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 25 августа 2016 года. И далее. Это называется припост. То есть другим дать знать, что здесь написано. Уже останавливаются эти места, находить, смотреть. Это малая часть того, что сегодня публикуется. О, кто тут зашел-то? Это ты что тут делаешь, это, а? Это у меня буска. Интересно. Интересно, что считает такой-то, такой-то там ревностный, где-то что-то говорит. Да это все можно делать, но никакого отношения это не имеет к тому, что Господь установил. Благовестие, но не миссия. Там, где нужны тысячи талантов, все покрывает злоба. Натравливают друг на друга, сказать не могут. Трафаретные мозги. Вот это сегодня почему-то не сплошняком написано. Мысли вслух, руки прочь от потеряевки, срос, но это наверное, срочно. Пытался открыть, ничего не открывается. События прошедшего дня. Когда работаешь, то события... Одни. Труд. Вот прошедший день, вчера. Сколько событий. Какие-то все маленькие такие события, но в них какое-то как бы знаковое. Ну-ка иди сюда. Иди, иди познакомимся. Ну вот она, буска у меня ходит, а? Котеночешка ты мой. Решили... Убрать ненужные деревья. Это ветла, бузина, ранетки. Ну, ненужные. И мы с Володей Пащенко это делали. В одном месте уронили ветку, и оттуда как пчелы полетели. А там была пасека некогда Павлова. Но там ничего нет, уже несколько лет заброшенная. И мы ретировались оттуда, потихоньку еще спилили, чтобы освободить эту колодку, в которой пчелы находятся. Я поехал сразу искать матушку Людмилу Ивановну. Она пришла с ним, посмотрела и забрала, работал с Михаилом Кальмаевым Никита Колесников. И привезла колодку другую, там что есть. К этой присоединила, покрыла. То есть, чтобы рой пчел, который тут сел, перешел в нужную колодку. А дальше, как это все будет. Вот это действительно земля, текущая молоком и медом. Мед. Но я говорю, если там что-то есть, а пчелы улетают нагруженные медом, бывает сразу отложат что-то или подготавливают заранее трамплин. Вот это... Павлу отвезти немножко, нам, Дашка, остальное твое. И Никиту надо обучать, чтобы он занимался пчеловодством. Вроде бы помогал что-то. Я заснял это показать. Событие это или не событие? Вот можно считать его знаковым событием. Благословение. Пчелы – это благословение. Мед, молоко – это благословение. Потому что Господь обещал, ввожу вас в землю текущим молоком и медом. Ну, нельзя назвать
эту землю, которой ничего не растет. Нет благодатной среды. А здесь все как на Украине. Плодородная земля. И вот мы сколько вчера убирали, подготавливали, тут помаленьку обустраиваем дом Никитин, чтобы можно было гостей принимать. Вот целый день в этом труде. Вечером рука болит. Я труд рвал. Не сжимается прямо. И все равно это интересно. Какие события-то? Мирового масштаба нет. Смотришь, чем занимается, говорят, как-то все отвлеченно. Тут конкретно, вот пустырь. Или вот захламленное вырывали они траву. Все. А теперь... Тут что-то делается. Делается необходимое для жизни. Вот на крышу делали лестницы, нужно было теперь их связать. Новое все. Михаил полез, все это сделал. Михаилу уже пора уезжать. После операции срок у него отдыха закончился. Ну, жалко. Какое дело не возьми, он все делает. Это вот события дня. События дня работы. Они переместились, братья вместе, я остался один лишний. Ну, полтора часа еще до 7 вечера, в которой заканчивается работа. Я поехал попроведать Любу Минаеву. Она сломала там ногу. Ну что там, проведать как она. Поехал на огород, набрал, что там есть, зеленый горошек, огурцы, помидоры. Братья приходят, у меня уже все готово. То есть, как говорится, подсуетился. Нашел. Событие это или не событие? Это наша жизнь. В деревне как? А куда ты в городе поедешь? А тут все рядом. Рядом. Пошел, нашел. Побеседовался. Вот Алексей строится. Он заплатил, чтобы сруб рекламируют. Хорошо рекламируют. Он поверил им. А не сруб. Делают, приезжали, замерили, привозят, и дальше он только укладывает, и кран придет. Он так думал. А получилось так, деньги истратили, а ничего нету. Сейчас там прокуратура, милиция. Ну, то есть, поверил молодой человек, поверил. Кому верить-то? Безбожники. Там, который занимается, Михаилом звать тоже, помолитесь о нем. Это с трудом там где-то достал деньги, там занимал то, что дом. Так за целое лето ни грамма стройка не подвигнулась. Вот. Ну, я выговариваю, зачем ты веришь им? Ну, нечестивые. Нельзя верить им ни слова. Вот нас нападают там. А почему вы убегали от Роспотребнадзора? Зачем убегали? Это власть Кесарева, отдайте Кесарю. То есть... Деграданты. О чем рассуждают? Другой учит уже свидетельство. Как раз наши дети поступают поистине, ни слова не говоря. Мы верим, Роспотребнадзор здесь желает нам неблага, загнать нас куда-то под капельницы. Здоровый, никто не болеет. Ни один не болеет. Ни один, ни два дня. 45 лет. 45 лет я начальник лагеря. И вот начинает советовать, не надо убегать. Да главный беглец бежал в Египет из Вифлеема. Главный беглец, называет его Златоуст. Ну и что, вина его какая? Нет, конечно. Гонят в одном городе, беги в другой. Нас гонят в лагере здесь, мы перемещаемся в другой. Мы не трафаретно мыслим. Творчески, талантливо, как сегодня понимают. И поэтому много, очень много недостаток православия все... И оно святостью не будет, как пишет Андрей Кураев, кариес зубов там или что-то. Святой кариес не может быть. Так и здесь. Они гонят, они давят, мы перемещаемся. Причем тут кесарь. Кесарь залазит в душу. Кесарь желает, чтобы его признали вместо Бога. Кесарь навязывает нам ненормальный образ жизни. Как вставать, какие-то, купаться, не купаться. 200 лет в пруду купались, а сегодня нельзя. Потому что там тетенька сидит, у нее есть прибор, она в нем смотрит, находит какие-то там амебы, палочки. Ну, глупости все это. И вот советуют это все. Советуют, начинают ругаться, материться, что мы не так поступаем, какие мы верующие, мы должны были сделать.
вот я на пруды трачу деньги, которые дали. Это целенаправленное дано. А вот лагерь построили бы все, сделали, как они хотят, от вас бы отстали. Никогда не удовлетворишь. Вначале раскулачивать, хоть все отдать 10 раз. Все раскулачат и сошлют. Потому что Зиновьев, Каменев еще не расстреляны. А дальше Сталин подберет это все. Ну дальше по историческим-то вехам прошагайте хотя бы зрительно. Это все в нашей жизни. Это сегодня мы это видим. Вот события, много сообщений. Утром встал, только 10 комментариев. И настоящих-то ни одного нету. А так, треп идет. Вот это бы сделали, они бы отстали. Когда бы они отстали? В 98 году на нас обрушилось 15 комиссий краевых. Вы только снимитесь с регистрации. Отдельно был лагерь зарегистрирован. Снимитесь. Мы не снялись. Пожарники. А что у нас гореть? Глина да железо. Гореть-то нечему. А вот сделайте громоотвод. Куда громоотвод? Зачем привлекать гром? Ну, дурь такая. А вот здесь нужно сделать проточную воду. Как я сделаю проточную воду в степи? Вода у нас, вот принесли мы ее из колодца. У нас в разных местах колодцы. Нет, проточная. Как я проточную сделаю, чтобы они отстали? Никак. Никак. А вот это надо сделать, которого у вас отходы там, кожурки от картошки. Специальная яма должна быть, огороженная. Мы сделали, отстали они? Нет, конечно. Этих требований 1000 с присыпкой. То есть он решит задавить. Ну, ягненок мог ли остаться живым, когда волк напал? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказала в темный лес ягненка поволок. Иван Андреевич Крылов знал это. Виноват, дядя там воду мутил, что-то. Никогда не отстану. И потворствовать им не надо. Мы противостали этой страшной машине. Угнетение, разорение. Которые не любят здоровый образ жизни. Они должны были учиться. У вас ничего этого нет. На лекарства ни копейки. Все здоровы. Вот простой пример. Ни один не болеет. Нет. Так это 45 лет. Ни один. А там вот бывало что-то, прыщик какой-то гнойный, ну и что? Прыщик, какая-то болезнь, что ли, прыщик? Это естественная реакция или на укус комара. А вот клещевой энцефалит, никакого нет клещевого энцефалита. В этом месте 200 лет люди живут и не было. А нынче клещей нету, потому что все время дожди, даже ни одного клеща нету, даже на скотине, даже на шарике. А то десятками снимали. Надо протравливать, но нету клещей. Повторяю, нету. А у нас написано, надо протравливать. Да мозги вам надо протравливать. Набрали вас туда паразита. Любят всегда получать деньги, ничего не делать. Ну что они принесли? 110 тысяч работников. Ну, на нас сконцентрировались. Мы должны что-то. Ничего мы не должны. Мы ничего не брали у них. А мы должны были им подчиниться. Как подчиниться? Мы подчинились. Просили адреса, дали. Они по адресам этим родители сразу вычислили и начали бомбить. Присылают человека с краевой прокуратуры, как тот назвался. Я же не проверял его. И теперь напишите то-то и то-то на меня, всякую пакость. Воздвигнуть уголовное дело. Ну разве можно удовлетворить демона? Никогда. Он не для того демон пал с неба. Горе живущим на земле, к вам в великой ярости сошел дьявол, зная, что немного осталось времени, ибо близок всему конец. Я не случайно этот эпиграф беру. События. События на сегодняшний день. Ну прямо столько вот этого трепу. И видишь, страна деградантов, страна дураков. Вот как Никипелов писал, институт дураков брали людей за инакомыслие посадили. Сажали в дурдом и дальше кололи аминозином и прочее. Я все это испытал. Меня 26 лет преследовали они. 26 лет, не 26 дней. Мне ни учиться нигде нельзя было, ни на хорошей работе, у меня специальность. Я прорабом был нигде. Кувалда, лом, лопата. Вот все мое. Даже плотникам не давали. Жена устраивается на работу. Устроилась, ну, учительница, и, нужно сказать, не бездарная. Ученикам сказала о Боге, выгнали. Поставили Надежде Васильевне, моей жене, специально, что нигде до детей не допускать.
Ну и что? А надо им удовлетворить. Ну как? Отречься от Бога. И уже не поверят. Мы оскверненные уже, по их мнению. Выгнали, и все. Вот тебе полной мерой, либо пошла уборщицей. Уборщица в Алтай Трансстрой. Но и оттуда выгнали. Ведро помойное вслед швырнут еще. Меня принимают на работу и как бетонщиком. Ну уж ниже некуда из специальности. 6 часов числюсь. Перехожу во вторую смену. И в окно со второго этажа, где отдел кадров, мне выбрасывает трудовую. Пошел вон отсюда, баптист. То есть это ругательное слово. Нас преследовали. И можно ли удовлетворить, чтобы не было? Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот ответ где. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше пронесут как неугодное. Неугодное сыну человеческому. А мы гнали меня, будут гнать и вас. И все. А то мирная жизнь. Не может быть мирной жизни. Мы находимся в состоянии борьбы постоянной. Везде микробы, везде моль, ржавчина, воры. Это все предсказано. Было и будет. От этого нельзя уйти. Это события, которыми мы стеснены и должны пробить истинный коридор ко Христу. На нас это никак не действует. А удовлетворять Роспотребнадзор чего ради? Да какая-то организация. Они каждый день меняют им название, приходят. Их сколько приехало? Ни один не работает. Как таких людей называют в мире? Ну, паразиты присосались на теле народа. Это любое. Я не конкретно говорю об этой организации. И там полиция пузатая приезжает, как беременная. Явное дело, что он не преступников ловит. А тут можно отметиться. Пришел, шатается. Его что-то есть? Он строил? Нет. У меня рука не поднимается. Вчера целый день пилить пришлось. Копать, таскать. Сколько мы вчера переработали? На один день. События, они ничего не делают. И как я могу слушать? Он паразит. Паразит присосался на шее народа, где там грызет стоит. А у нас сели за стол картошка, огурец, помидор, все, один пряник. Ничего больше нету. Ни растительного масла, пост идет, и все работают. Ну, морковку еще потру. Потру, натру. Угостить ребят надо. Ничего больше нету совсем. Лепешка Володя печет каждый день. Лепешка. Обыкновенная лепешка. Поэтому события дня, все, что у нас было, положительное для нас имеет действие, когда мы за все благодарим Бога. За все благодарите, ибо так о вас воля Божия во Христе Иисусе. А те люди, которые к нам заходят, на наши ресурсы, ой, путешествие 12 век, там то другое. Он живет в 21-м и думает, что-то особое имеет. Но в 12 веке жили, какие потребнадзоры были или что? Жили же. Жили. В дни вращения нету, ничего не было. Не было это. Никакой полиции не было. У каждого дома стояла дубина, копье, топор. Лезь, получишь по шалабану. Вот они трое охраняют, три охраняющих богатыря. Сегодня-то нападают. Которые-то? У них ничего нет. Если бы они занимались своим делом, им некогда было бы шариться по чужим ресурсам. Вот такой-то батюшка говорит, мне скинули сегодня, он говорит о посте. Говорит правильно, Владимир Головин, город Болгар. Хороший батюшка говорит. Ну, слушайте, исполняйте, что он говорит. Осипов говорит хорошее. Ну, любите Библию. Ну, неужели они не видят результат-то общий какой? Надо смотреть на конечный результат. Не просто пришли забавного гуслица послушать. Ну. За один день мы проходим курс жизни. Как служить Богу. Как трудиться. Слово Божие. Молитва. Начинаем с молитвы. Ежедневного чтения Слова Божия. И нас Бог хранит, Богу нашему слава во веки веков.